Сергей, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем классную игру Among Us. Пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Сегодня играет очень много подписчиков и даже Серега. Пацаны, вы готовы? Да! Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Осталось 5 секунд. Пацаны, давайте вкратце расскажите подписчикам, кто не играл в эту игру, что надо делать. Спасибо короче, тебе. Давайте я объясняю. Давай. В этой игре вот есть две команды. Это предатели и сама команда. Так. Команда должна вычесть предателей и выполнять задания. А предатели должны убить всю команду. Команда не знает, кто из них предатели, а предатели должны втираться в доверие команды. Ты профессиональный рассказчик. Вообще красава. Так что хэштег кулер-учитель. Серега, как тебе вообще эта игра? Ты первый раз в жизни играешь? Да, я впервые вообще играю. Ты понял, что надо делать? Ну, в принципе, да, это как игра в карты, ну, в мафию. У тебя справа внизу светится кнопочка kill? Нет. А, ну все. Так, ребята, здесь надо выполнять задания, правильно? Заданий очень много. Даже вот в этом здании внизу есть задание. Отключиться на карточке. Да, я еще не выучил, как тут ходить, но очень интересно. Так, ой, что это? Что это за фигня? Меня убили. Ой, я в яме. Только ты ж не говори, кто убил. Не, я не буду говорить. А убийца может убить убийцу? Да. Нет. Да, бывает такое, это баг может быть такой приятный. Может, да? Это просто баг. Я понял. Короче, для того, чтобы меня не убили, мне надо постоянно ходить с людьми, да, какими-то в движении. Все, я понял. Забавно, что эти люди могут быть предателями. Убей вообще, особенно. Так, если я нажимаю Е. Ага. Хранилище, офис, мэп. Угу. Так, ничего не понятно, но очень интересно. Так. Бульбазавр, привет. Нашли труп. Опа, а кто это кинул? Получается, какая фишка? Кто находит труп, кидается автоматически эта штука, да? Ты должен нажать репорт. Да, и ты должна обсуждать, что произошло, собрать информацию. Убили Серегу, правильно? Так. Я тогда думаю, что это... А кто это может быть? А где убили? Где убили? Так, что мы можем это... голоса. А может быть такое, что в списке убийца убийцу видит? Да. Блин, ну это нечестно. Там убийца красный подсвечивает. Я тогда думаю, что это Фокси 31. Это Димас, потому что он был... Вы что гоните? Как я мог убить человека? Серега, скажи, что это не я! Ах ты жопа, вот такой ты мне друг. Это не Димас точно, я вот хотел сказать. Ах вы кабаки! Да блин, я был один из них, но я был добрым! Блин, прикольная игрушка, мне нравится. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Прикольная игрушка, мне нравится. Улитейшн. Офигеть, угадали. Да как вот так все? Это просто пацаны наиграно, да? Play again. Так, ну чё, комната та же самая. А, все те же самые. Погнали. Не успел куда зайти, я нажал. Блин, один человек не успел зайти какой-то. Серега, ты зашел? Да. Ага, я не убийца. Серега, может, ты убийца. Дим... Да, я не убийца, Димас. Серега, пошли вместе задание выполнять. У тебя такая кепка, как и у меня. Ля-ля-ля, чили. Мне раз как чили-пиздрики ходят. Слышь, дверь заедает, алло. О, отключили свет, получается в этом кружке. Я вижу все. А дальше я ничего не вижу. Надо перезапускать. А чем я буду постоянно два раза... А могут два раза убийцу дать? Пять могут подряд. Ого. Так, я буду возле Сережки бегать. Мне что-то страшно с тобой.
Не, Серега, ну не выходи, я с тобой буду. Пацаны, уходите. Ля-ля-ля. Все, уходите, уходите, я буду за Сережкой бегать. Ну, Серега. Помогите. А я это, проводку тут провожу. Все, отлично, проводка проведена. А что-то бульба за мной идет, бульба за мной. Не, Серега, я честно, я не убийца, честно, чтоб ты мне там ничего не думал. Меня убили! Блин. Да ладно. Кишки из жопы, зачем выпускать меня? Так, ребята, это не Дим, это точно не бульбазавр. Он вот под подозрение падает какой-то кабанчик. А, кстати, убийца может убить. А я ничего. Это кабанчик. Кстати, самое интересное, то, что убийца может убить и зарепортить. Может так? Ох, ты хитрый. Где убить? По-моему, это все-таки либо Фокси 31, либо кабан... Не, либо Фокси 31, либо даблкил. Ну-ка. Короче, я поставлю это даблкила. Ну давай, на дурачка, а вдруг? Короче, непонятно. А, даблкил улетейший, наверное. А если это не он? Просто здорового человека убили, выкинули. Если не он, то... Голосование пропущено, два предателя осталось. Ха-ха-ха, блин, я... Ну блин, я теперь один трупейшн. Так, я тогда буду наблюдать за другими игроками. Не надо. Буду за Серегой наблюдать, как его убьет Верафт. Я вообще всех боюсь. Серега, ты меня не видишь, да, за трупейшена? Нет, я не вижу тебя, Димас. К счастью или к сожалению. Так, давай канистру головой об асфальт. Так, кабанчик идет, готовься. Серега, он тебя убьет. Нет, он тебя не убьет. Эх, кто свет вырубил? Че, света нету? Да. А, у меня за призраков всегда есть. Давай, Серега, открывай калитку, чини. Прикольная игрушка, мне нравится, такая ненапряжная. Даже если проиграл, все равно в какой-то сути ты наблюдаешь, как убьют сейчас Серегу. Что, Серега, калитка не работает? Кто-то ломает. Верафт. Отойди от меня, маньяк. Так. Серега, тебя убьют. Так, а Серега, Сережка? А чё Вера за твой бегает? Я говорю, это даблкил по-любому. Да? Я вот прям жопой чую. Да не. Так, Сережка, Сережка, Сережка. Ничего не происходит. А, кабанчик. Может, это кабанчик? Ну, их двое. Ну. Так, делаю чуть-чуть тише игру. Мне кажется, она громковато стоит. Вот так сделаем. Так, Сережка, ты живой? Да, я тут это живой. Заправляю двигатели. Я могу еще задание выполнять? О, так я задание могу выполнять. Давайте повыполняем задание. Опять свет, ну кто это балует? Так. Кабака. Что делать? А что тут ракета высветилась, что надо делать? Восклицательные знаки по уголкам, пацан. А, убрать их. Так. Серега, тебя еще не убили? Конец. Вот ты молодец какой. Так, а я пока задание. О, поражение! Даблкил, Серега, ты был прав! И кабанчик, я был тоже прав. Мы с тобой одинаково угадали. Так, ребята, третья катка. Серега. Надеюсь, мы будем с тобой сейчас убийцами. Было бы круто, да? Yeah. Было, это было бы угарно. Блин, ну это не я опять. Ну, Серега, я буду с тобой ходить, иди сюда. Где? Вот-вот. О, Димас, пойдем. Отойди, блин, я боюсь тебя, Димас. Да я не вижу тебя, я не вижу. Так, там кто-то ходит, Kingdom Fire убийца. Отстань, Кинга.
Он убийца, я сразу вижу, что он хочет убить людей просто так. Так, чё? А, я не могу через стены пройти. Серега, мне кажется, ты убийца. Нет. Нет? Ну хорошо. Кажется, а я хожу, ухожу. Прикольная игрушка. Такие телевизорики бегают. Знаешь, какую игру напоминает? Fall Guys. Don't Stop Together. Да, есть такое. Да? Похоже очень. Да. Анимация небольшая. Угу. Так, Нига. Нига убийца. Нига убийца. В пиццерию. Кого-то там мочить. Кто свет отключил? Что за подлюка это делает? Вот собака опять какая-то. Меня убили? Да вы задрали! Да кто это сделал? Опять Димаса убили! Да вы, жопы морские. Серега, это ты был? Нет, блин. А как вы, как... Кто? А почему я не вижу убийцу? Зачем так делали анимацию, что я убийцу не вижу? Это King on Fire. Это он. Так, голосование погнало. Дабл килл кинул. Я думаю, что это King... А, я ж проиграл. Ну блин, вы меня убиваете первого. Давайте King of Fire. Интуиция мне никогда не подводила. В этот раз тоже не будет она подводить. Навряд ли. Я не знаю, я... Не, ну это King on Fire, то 100%. Я сначала думал, это Бульбазавр, но мои подозрения на King of Fire упали. Мне тоже. Тем более он сюда как-то странно начал с самого начала ходить. Йо, классно, Серега. Извините, пацаны, обстоятельства. Не тот человек, ну а что ж. Я буду за Серегой. Прикольно так подписать кого-то. Так, Серега, это ты был убийцей, я 100% уверен. Ты сразу на самого начала сказал, идем. Обычно ты ссышь, а тут ты сразу согласился. Да я ссуть все равно, блин, вот Бульбазавр отстанет. Мочи его. Отстань. Лунатик. А че ты убегаешь от него, он тебя не убьет. Я боюсь. Он может на расстоянии тебя убить. Серега, ты конченый. Прикольная игруха, я реально угарнул. И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.